Ну, как предполагал, тяжелая игра получилась, и ребятам это объяснял. Иногда сложнее играть с командой, которая потеряла все шансы сохранить место в ФНЛ, поэтому ничего не давит, и плюс опытная команда, возрастная, высокая команда, очень неплохо действует при обороне, знаю, как работает Перевертайло, стандарты и, естественно, выход через больших нападающих. Все это смотрели и заострял внимание. И здесь, конечно, после игры с Иркутском мы добрались только 30-го утром в Хабаровск. Это тоже такой немаловажный фактор, и второго уже игра. Провели игру с Иркутском в Манеже. А? Ну, Сомском, Иртыш, вернее, Иртыш. С Иртышом провели матч тоже такой и непростой, потому что команда все-таки зависела у Иртыша, зависела от нашей игры, то есть им нужно было побеждать. И не просто приехал губернатор Омск, на игре был, и, естественно, настрой был. Там парни тоже, в принципе, играли, и это манеж, и там поле такое, оно тяжеловатое было, много резиновой крошки, и, конечно, я думаю, что вот это в совокупности тоже наложило, ну, на сегодняшний матч. Но в целом-то контролировали и игру, и моменты, просто нужно забивать свои моменты в первом тайме, и у Большакова был хороший момент головой, и у Батютина момент был. То есть хороший, то есть нужно забивать с такими командами, потому что чем раньше ты забиваешь, тем проще играется с этой командой. А когда ты даешь немножко шансов поверить в то, что можно здесь увести очки, и ждут они свой шанс в плане того, что и стандарта, и вот эти вот подачи постоянные, высокие нападающие. И в десятером остались, ну, подтверждается то, что команда, казалось бы, у нас, ну, выше мы намного не поднимемся, но в том плане, что играют до конца, и в десятером, и в Омске мы остались в десятером, мы выжили максимально эту победу. В этом матче выжили то же самое, в десятером остались. Там просто некоторые моменты там непонятные. Не, ну, я посмотрю, там, я считаю, что на Георгиевском там чистый 11-метровый. На Баркове опасная ситуация, игрок входит в штрафную, там даже желтой карточки не было. Но какие-то такие моменты, и надо сталкиваться, поэтому. Но в целом парни молодцы, и плюс у нас пропускали и Иракли игру, и Малеев, то есть это средняя линия. И здесь принял решение сыграть в два опорных, это Мартусевич и Батютин, три центральных защитника, чтобы больше фланги были у нас, участвовали в атаке. Но в целом, я считаю, довольно неплохо. Но вот это, вот эти вот моменты в совокупности, конечно, и концовка накладывается, и концовка идет чемпионата, все-таки игр достаточно. Но с учетом нашего перелета и временных этих моментов, то есть часовых, конечно, это организм, это не железо, все-таки может еще и вот эти вот моменты. Поэтому сегодня после игры сказал парням, что два дня выходных, чтобы восстановились, отдохнули. В целом я считаю, что молодцы, бились, жили результатом, выиграли. Я думаю, заслуженно победили сегодня.